Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Продолжаем проходить сюжетную линию. Знати повар у нас сегодня, по-моему, пятый, да? Вроде пятый. Хотя могу ошибаться. Так, ну, разговоры здесь у нас все еще неинтересны. Суть в том, что они пришли попытаться приготовить блюдо и добавить туда жидкость из флакона, которую мы получили в предыдущей миссии, думая, что тем самым разбудит игроков, точнее героев. Ну и давайте. Нам нужно правильные ингредиенты выбрать. Ингредиенты все показаны. Так. Что мы делаем? Убиваем кристаллизатора. А здесь бьем другие нужные для нас ингредиенты. Так, на это место нам нужно поставить именно Хелену. Добавляем эликсир. И все. И теперь Летисия должна растащить по всем. Тут гости все жалуются, что слишком долго. И мне несут еду. Как только мы... В общем, как только ход заканчивается, значит... Ну, либо если мы выйдем вот сюда сразу, они сразу прибегают. Так, что мы делаем? Мы отправляем в путешествие Летисию. Не круто, ладно.
Поднимемся. どんな戦術を考え、次は私の番よ。どんな戦術を考え、私に命令かしら。 私に命令かしら？ 咱们这边这边打的也行。Дальше он пробует стряпню. Нашу говорит, вы из мое место решили забрать, да? Я вам ух. А так как мы нарушили правила, к нам сейчас придет Альмеда, ну точнее там в разговоре приходит Альмеда и нас наказывает и куда-то переносит, они даже не понимают, что. Вот такое желе мы нашли у Гренни. Это было его мега-супер приготовленная еда. Что ж, надеюсь, видео было интересным. Ну, а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.